Сегодня мы сразимся с проклятием, с демоном. Великая мать, дай нам сил. Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны, сбесились! Приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны, сегодня мы сразимся с проклятием, с демоном. Великая мать, дай нам сил. Сейчас начнется. Вот он. Там, бегут! В атаку! Осторожно! Бегуны, взбесились! Oh!
воины, приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием, с демоном! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны сразимся с проклятием! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны Сегодня мы сразимся с проклятием, с демоном. Великая мать, дай нам сил. Сейчас начнется. Вот он. В атаку!
У второго отряда убийц на инициации была такая же тварь. Как же она управляет другими машинами? Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу. Ну, попробуем. Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш ни болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Воины! Нужно починить врата немедленно! Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте! Никогда не видел, чтобы жвачники были такими кровожадными. Это можно хранить. Нужно найти машину и посмотреть, как это работает. Thank you.
Замятина. Фром, ты меня слышишь? Нужна помощь? Ты выжила на инициации. Да, мне нужна помощь. 10 лет назад моего брата изгнали. Его срок прошел, но он не вернулся. Его лагерь пустует. И там везде кровь. То есть, лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чем думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать! Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошел. Еще 3 засечки. Но он до сих пор не вернулся. Я упросила матриархов послать за ним воинов. И все, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его искать. За что твоего брата изгнали? Бром был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачи, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал... Это духи ему велели. Шепот забытых. Изгой на 10 лет. И зачем я тогда ушла? Каких еще забытых? Богиня проклинает нераскаявшихся богохульников. Изгоняет из своей вечной памяти. Эти проклятые духи и есть забытые. Бром утверждал, что они отдают ему приказы. Это была тяжкая ноша, и я ничем не могла ему помочь. Постараюсь разыскать твоего брата. Правда? Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Это я приберегу. Бегуны, можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепугу. Спокойно.
сработало. Он спокоен. Я... Вот так. Молодец. Но! 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 Пошел! Какой резвый! Лучше, чем пешком. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть, но я найду им применение. Осторожней! Давайте ближе! Ближе! Ты Варл, значит? Мне показалось. Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? Ну, да. Это долго объяснять. Да уж я думаю. Чудные времена для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? Ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. Иди на север, в Венец Матери. Если дойдешь, спроси Марею, она подскажет. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты, границы без охраны. А мы остались без вождя. А трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски, но она приказала мне защищать врата. Что я и делаю. Ты сказал, путь будет опасным. А что там такого? Всего не перечислить. Убийцы все еще здесь. И они заразили машины своим безумием. Да, я это видела. Еще бандиты. Разбойники, которые вторглись на наши земли. У них там лагерь в руинах, выше по течению. Надо пополнить запас стрел. Кто сказал, что я прошла инициацию? Я говорил с выжившими. Ты храбро сражалась. Вместе с Бастом. И моей сестрой. Вала твоя сестра? Мне очень жаль. Она хорошая. Я думала, мы с ней подружимся. Подружились бы. Спасибо. Она спасала других. Нет смерти достойнее. Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя, Сона повела войско по следу убийц. Но в гневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед. Прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю, но убийцы уже скрылись. А наши потери были огромны. Ты сказал, вождь Сона пропала? Даже несмотря на этот разгром, она не отступилась. Собрала добровольцев
и продолжила погоню. Ты не вызвался? Да, вызвался. Но Сона меня не взяла. Она приказала мне отвезти раненых в объятия. И стеречь врата. Стеречь объятия. До последнего. С тех пор прошло несколько дней, и вестей нет. То есть никто не знает, жива она или нет? Если кто и мог там выжить, лишь она. О ней ходят легенды. Она несгибаемое копье, на которое мы равняемся. Не угонишься, наверное. Ах, ты даже не представляешь. Она моя мать. Мне пора идти. Элой, прежде чем ты отправишься в венец матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лесистая лощина напротив жажды беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Я понимаю. И постараюсь. Храни тебя, богиня.